вариант. Такой же распик, да, почему нет? Как почему вариант. Нет? То есть в таком формате лучше намного отправить квапу стоять легкую, добрать себе героя, который будет в центре стоять при поддержке. Берут они лайфстиллера. Ну, кстати, не исключаю, что мы можем увидеть, в принципе, лайфстиллера в легкой, потому что этот герой стоит нормально против Дарксира. Довольно комфортно, он постоянно подъедает себе здоровье. Но, с другой стороны, могут и лайфстиллера в центр поставить тоже против Драгонайта, как вариант. То есть тут ситуация для DC, вот как хочу, так и ставлю. Но, может быть, комфортнее будет даже квапе в легкой стоять против Дарксира, чем лайфстиллеру. Посмотрим. А, ну и последний пик для Virtus.pro. И посмотри на бан интересный от Digital House. Это Phantom Lancer. Это как так произошло, что Phantom Lancer, возможно, ожидает Свена в четвертой позиции. Так играли в ВП и ни разу же. С другой стороны, мне кажется, ВП по этой игре не будут использовать Свена в качестве саппорта. Есть подозрения. Но в DC как размышляли? Думают, показали Свена довольно рано, играли на этом героя на саппорт позиции, Лил играл и тренировали его в ВП, они об этом часто и сами заявляли. С другой стороны, на ком Лил не играл на четвертой позиции. Да, с другой стороны, на ком Лил не играл на четверке, все верно ты подметил. И Свен здесь смотрится абсолютно неплохо в кэрри позиции, еще и с Драгонайтом позади, два очень плотных кэрри персонажа, и просто заправить все это сильной дракой для Virtus.pro, которая уже сейчас смотрится очень опасно с Дарксиром и Дизраптором. Мне кажется, Свен здесь в кэрри позиции смотрится идеально. Не нужно тут особо как-то изворачиваться команде Virtus.pro. Ну, это их, опять же, право, это их дело. Они, безусловно, намного мудрее нас и зрителей в этих вопросах. И знают они сами свои стратегии. Ну, размышляют. Я думаю, действительно, если время тратят, размышляют, я думаю, о том, чтобы, может, даже, да, действительно, Свена использовать в четверку. Почему бы, собственно, и нет? Время есть. Хотя Virtus.pro очень много разговоров, да, вот даже судя по тому трусайту, тратят на... Вот когда вы уже понимаете, что на Докора этого или этого, казалось бы, два варианта. Ну что, тут, не знаю, монетку подбросил, выбрал. Или там быстренько прикинул одно к другому и выбрал. Все равно много времени тратят на разговоры, решают, сильно ли он там этот лучше, а чем этот лучше. Тут Spirit Breaker мне очень нравится, откровенно. Против Lifestealer герой весьма хороший. Uh-huh. Единственное, что неприятно, это, пожалуй, Коги, Клокверка, которые могут мешать. Но против Lifestealer герой очень и очень хороший. А ну-ка, это Никс. Ну, Никс тоже, как вариант, здесь смотрится круто. Против Квапы и против Бутрайдера хорош. И Сайленсер тоже ничего особо не может сделать с этим персонажем. Но единственное, конечно, что против Lifestealer герой не самый приятный. Тем не менее, это четвертая позиция. Против Бутрайдера позиция... очень классный герой. Да, очень да, классный. Ему не нужно просто здесь сложную идти. То есть мы говорим всегда, что против Лестиллера Ник слабоват на линии, но здесь это будет четвертая позиция, поэтому это не так и актуально. Да, в принципе, хорошо все смотрится и против Лайфстиллера, и против... Да против Сайленсера с этим периодическим уроном, почему бы нет? Против Queen of Pain с периодическим уроном. В любой момент включаешь Карапаси и приостанавливаешь того, кто тебя пытался бить. Хороший выбор героев от Virtus.pro. В целом подбор персонажей, тройка, четверка героев прям вот очень понятна и ясна. Плюс, кстати, это же тоже нормальная рабочая комбинация. Стяжка под подкоп, под, по сути, под массовый стан от Никса Ассасина. В целом в одну глобальную драку собираются пять персонажей Virtus.pro. У Digital House, в общем-то, тоже, но как некая разрозненность, прошу прощения, все-таки чувствуется в персонажах. Вот много чего должно совпасть, чтобы так получилось. То есть не под их контролем будет находиться. В ВП надо прожать все кнопки в свое время правильно, и все, ну, как бы более-менее сложится. Ну, вообще, игра DC — это агрессия в мидгейме. Игра через лайфстиллера, игра через бутрайдера, по максимуму пытаться выформить быстро даггер бутрайдеру, игра через Queen of Pain. Довольно агрессивный драфт в мидгейме должен себя раскрыть. С другой стороны, для успешных драк нужно все-таки ловить Virtus.pro вне позиции, желательно не вместе. Потому что если ВП будут готовы к атаке DC, то комбинация ВП смотрится куда серьезнее, чем у DC. Ну что ж, по стартовым перемещениям вновь медленно выходят Virtus.pro, они не делали никаких либо телепортов. DC уже расставили свои варды, один у них стоит в легкой, другой в сложной. Причем вард сложный, он также блокирует и малый лагерь крипов. Ну а ВП, как и на первой карте, выходят с базы очень медленно. Ну пока варды никакие не ставят. ВП, некуда спешить, в прошлый раз нагловато они немного действовали на старте, если помните, и Клокверк за это их наказал. Хорошие коги приостановили на баунти руне, слишком нагло вели себя ВП, за это поплатились. Глобально это не повлияло на ситуацию, безусловно, ВП увереннее отстояли линии, подбор героев позволял это сделать.
Вот. Но в целом такая неприятная промашка для ВП была на старте той игры. Вообще у DC задача, ну, знаешь, не то что не из легких, но один из самых неудобных коллективов сейчас Virtus.pro для игры вот против него. DC команда тоже не сверх, да, топ-уровня, там не особый претендент. Ну, будем откровенны, не особый претендент на какие-то суперпризовые места на этом интернешнале. И для команды не самой сильной вот такого соперника Соло. Получить на старте, ну, очень неприятно. Соло выходит на курьера, он прожал смоук после того, как появились уже руны, как вышли крипы, поставил два варда и убивает курьера. Точнее, не два, один вард он поставил, пардон, но тем не менее продолжил свое шествие по вражескому лесу и убил курьера. Круто, подловил здесь Соло. Да, в центр приходит Бульба помогать Эбиду стоять против Нована. Выжигает ману постепенно Драгонайту. Квапа вообще особо ничего не делает Драгонайту, мы это знаем. Герой плотный, с хорошей регенерацией. Руками ты его сильно не пробьешь, а он фармом занимается качественным за счет, естественно, своей способности первой. Но когда без маны находится Драгонайт, то это все сложнее, конечно, дает его. Ну, убить его легче не становится, но, по крайней мере, фарм не такой качественный имеет. Ну, Лил пришел на помощь. Та же история. Тоже может выжигать ману и Queen of Pain. И, конечно же, второму герою. Да, не очень приятная будет линия для Нуна. Вот ты, безусловно, верно подметил то, что основной фарм Драгонайта часто идет как раз со способности Breathfire. А если эта способность недоступна, ввиду того, что мана просто была выжжена клокверком, фармить куда сложнее. Тем более против Queen of Pain, которая будет постоянно спамить Shadowstrike. Нет, постоянный харас не позволит Нуну на каком-то полном фрифарме здесь находиться. Тем не менее, помогает Лил. С ним будет немножечко попроще. Ну, Фарива внизу очень неплохо так напрягает Дизраптор. Вот еще о Дизрапторе мы мало говорили. Против Бутрайдера тоже весьма неплохой герой. Не так страшно уже против Лассо действовать тоже. Можно просто нажимать Глимпс после инициирования Бутрайдера и остановить его. Ну и на линии, конечно, Бутрайдеру тоже крайне сложно, потому что в один момент просто можно подставиться под Дизраптор и погибнуть. Бульба отошел с центральной линии, украл руну Virtus.pro. Вот, и на Дарксира планируется выход Сайленсер. Подтянулся сюда, знаю, что у Дарксира не так много маны. Ну и Дарксиру надо отсюда уходить. Паша так, спокойненько пока без Сёрджа просто отходит на свои позиции. Ну не сказать, что Дубы пришел там и глобально сломал линию Дарксиру. Или там обрезал ему фарм. Ничего такого не наблюдаем. Если постоянно оставаться здесь и харасить Дарксира, безусловно, это будет работать. С другой стороны, Дарксир, ну, может безопасно все делать через Айншеллы. Фарм у него тоже отличный получается. Пока Мейсон держится хорошо. 14 на 4. Заберут Фарива внизу. Заберут, это первая кровь для ВП. Вот как раз подставился немножечко Бутрайдер буквально. И произошла та ситуация, о которой я говорил буквально минуту назад. Первая кровь пролита. Ну и ситуация для DC, по крайней мере, в сложной линии не очень приятная. В центре, с другой стороны, хорошо себя чувствует Queen of Pain. Немного больше крипов, чем у Нуна. Но приход, кстати, Никса довольно неплохо исправил ситуацию для Нуна. Он сам добивает уже немало. Практически выравнивается с Queen of Pain по крипам. Да и плюс эти прогулки от Бульбы. Сэм у нас то за руны исходит, то еще куда-то отойдет постоять. И все это время без напряжения чувствует себя Драгонайт. Вот и герой, которого и так трудно пробивать. То есть герой, который может полностью сконцентрироваться на ласт-хите, думать об этом. Понятно, что No One это делает все вообще на автомате у него. С этим проблем никогда не было. Но вот когда тебя не напрягают, естественно, ты свободнее дышишь. Подкоп под задувку! Breathfire Rabbit еле-еле упрыгнул. Просто секунду в секунду сделали, выдали свои способности. И Лил, и No One. Такое ощущение, знаешь, что подкоп был под внизу визуальным эффектом еще и Breathfire. Чтобы, знаешь, отвлечь внимание немного. Ну, такая у нас заварушка не очень приятная для DC, похоже. Хороший кинетик филд от Соло. При этом фокус от Свена идет именно в Бутрайдера. Не хватило одного удара, Бутрайдер спасается. Ух, я думал, Бульба сейчас приведет немножечко сплэш урона Бутрайдеру. И потеряем его Фуривом на ближайшие секунды. Вот немножечко не хватило ВП. Одного удара не хватило по Бутрайдеру. Плюс не успели схватить его заранее. Пока Свен добегал, Бутрайдер уже сократил
варианты. Ну, в общем, что касается пока старта этой игры, Virtus.pro в легкой линии чувствует себя более чем уверенно. В центре выровнялся Нун. Мы не уделили внимания должного, я думаю, Паше. Можно еще о нем поговорить. Ну, а Паша пытается напрягать вражеского кэрри. По крипстату это сказывается не то чтобы прям критически, да, то есть там чуть меньше он добивает, чем Свен, но тем не менее. Паша сам по себе получает опыт хорошо и немало получает также и крипов центре, здесь. В центре выход на Dragon Knight. Вышли втроем, тут Сол откуда ни возьмись пришел, и выход не удался. Ничего не получается у Digital House в центральной линии. Но очень плотный герой. Dragon Knight, вы не заберете его так на халяву. Это понятно, с бульбы спадает смог, Сол его видел. Вот и знают, что DC решили выйти в агрессию. А ВП помогут подраться в этом эпизоде, в принципе. Как вкусно стояли два героя, только что он не стал копать Лил. Свен далековато, Свен фармит внизу. У него есть, если что, манга, он может поддержать свою команду оглушением. Да, там Трайдер. Еще 6 зарядов в стиках. Ах, Битрайдер действовал агрессивно, пошел он подбивать немного Свена, его вернул Дизраптор на отходе. И Фарива забирает. Хорошие коги от Бульбы, хватит ли урона по Дизраптору, а урона просто нет. От Фаерфлая урона здесь недостаточно. А, и в итоге 2-0 для Virtus.pro. Более пассивно, чем предыдущая карта. Сейчас даже скорее от DC она более пассивна. Там у них перемещения были, драки, какие-то выходы, агрессия. Здесь же так решили сыграть более-менее пассивно DC и постоять пофармить на линиях. Но до чего вы дофармитесь, это действительно вопрос. Потому что Dragon Knight и Свен с каждой минутой все опаснее и серьезнее становится. ДК уже 6 уровень. Свен тоже имеет God Strange. Получил 6 уровень Рамзес после этого фрага. Вот поэтому выходить уже на этих героев, ну как-то не знаю, нет особого смысла. Можно просто как вышел, так и зашел. Да, можно еще обратить внимание на то, что хорошую работу проделал Соло в легкой линии для своего Свена. Свен подфармливает стаки, которые были организованы. При этом еще и крипов отводит. Четко все, Virtus.pro на старте игры. Ну и что интересно, ни одна позиция вообще не проседает. Все на хороших сейчас позициях. О, отличный фарм у Свена, отличный фарм у Dragon Knight, достаточно хороший фарм у Darkseer. Что самое главное, по опыту он тоже вырывается неплохо вперед. По отношению к тому же Битрайдеру, у которого третий уровень, третий. У Darkseer седьмой сейчас будет. Да, у DC неприятности. Да, Битрайдер проигрывает даже Бульбе на саппорт клокверке. И по золоту сейчас проигрывает и по опыту. Наверстает, я думаю, упущенное. Тут у него есть парочка стаков в лесу. Чуть-чуть, конечно, поднимется. Но это ни в какое сравнение не идет с Дарксиром, безусловно. Ну, Дарксир в руках Паши. Нельзя сказать, что мы не ожидали этого момента. Герой сигнатурный для Паши. И много матчей строилось через Дарксир в исполнении Паши. Поэтому тут у него проблем особо быть не должно. Да и DC особо вниманием как-то Darkseer. Да и не могли они, мне кажется, Дим. Вот нет героев, которые могут спокойно с Darkseer справляться. Сайленсер не тот персонаж. Он может просто напрягать его какое-то время на старте. Подбивать. Клокверк нужно запереть в коге. А позволить себе это сделать Darkseer? Да я не думаю. Плюс другие задачи есть у Клокверка. Опять, ты не разорвешься на все три линии. Бульба у нас и в центре помогать пытался со старта, и в сложной линии пытался помогать. В итоге они не могли акцентировать внимание никак абсолютно на Darkseer. Если бы они сфокусировались на Пашу, то проиграли бы остальные линии. Причем еще больше проиграли, чем они это сделали сейчас. Да, внизу драка. Снова Соло. Очень мало здоровья у него, но есть 10 зарядов Magic Stick. Кстати, можно что-то попробовать и прописать. Kinetic Field можно было бы использовать на развороте, но... В центре подловили Кинопы. Наглушение от Dragon Knight. Продолжает Лил, но урона не хватило. Абет уходит на блинке. А как там у нас Битрайдер поживает? Четвертый с лишним уровень Битрайдера, почти пятый. Наконец-то несет себе необходимый тапок for Rift, но выглядит все очень удручающе для Битрайдера. 200 монет на 10-й минуте, намека на даггер даже и приблизительно нет. Ну, чтобы команда помогла, чуть больше стаков сделала, возможно, еще в лесу в основном. Сейчас он фармит дополнительный. ВП не будут здесь давать продохнуть. У них достаточно хорошие драфты в мидгейме. Если ты получаешь на старте настолько много, то в мидгейме эта комбинация будет работать намного быстрее.
мы ожидаем обычно от этой комбинации в игре позади хороших результатов, а если ты еще и впереди, ну тогда оппоненту стоит ужаснуться. Да, я слышу. Использовал ультимейт лайфстилер. Да просто на линии. Пополнить запасы здоровья. Нахватался от Паши. Вообще лайфстилер 9 уровня. Более-менее дела неплохо идут для Мейсона. Он у нас топ-3 по нетворсу. Совсем немножко отстает от корперсонажей Virtus.pro. Ну и в принципе Дарксир тоже действительно свое получил. По золоту он немного совсем отстает от лайфстилера. По-моему, готовится выход на верхнюю линию. Лайфстилер сам. Курьер летит сюда. Минус курьер. Будет ли на Сержа бежит Дарксир. Курьера надо аккуратно водить по деревьям. Я прям болею за команду DC. Не отдавайте этого курьера. Не отдали. Не отдали и не угадал со стяжкой Паша. Хотел разрушить деревья, получить вижен. Не удалось это сделать. Ну и курьер второй раз за игру не погибает. И за это ему спасибо огромное. Да, ну и главное, что Мейсон тоже знает, какие герои на его линии находятся. Он, кстати, пошел в этой игре через Мидас. Это неплохо, он будет по фарму в миде держаться. Вернули хорошо к вапу. После блинка в Kinetic Field, Static Storm, минус Queen of Pain. Чем занимается Рамзи в это время? Он занимается отводами и фармом отводов Ancient. Да, там было, по-моему, 3 или 4 стака древних. Я вот не успел посчитать, не успел обратить внимание, но под God Strange Свен зафармил. Параллельно DC пытается сломать башню внизу. Нун уже забирает вышку в центре. Такой размен получился, но при этом у DC было больше героев сложной линии, да и долго они там находились. Без проблем Dragon Knight спокойно и сам подбил. И один башню в центре. Ну, конечно, не без помощи в начале от Дизраптора, который помог Квапу убрать. Собирается на святыне Virtus.pro, можно пойти еще и по верхней линии при желании, правда сейчас какое-то время не будет ультимейта у Dragon Knight'а. Можно просто пофармить. Очень быстро будет приобретать сейчас Свен, артефакт за артефактом, команда здорово поработала над стаками, плюс хороший старт на линии, много крипов было и есть два убийства у Рамзеса. Такой Свен станет опасным минутик 20 уже, даже очень. Да, по команде DC, если говорить о корах, Лайфстиллер выиграл вот такой задел на игру достаточно долго. Он покупает себе со стартом Мидас. То есть Свен будет боевым немного раньше. Конечно, в долгой перспективе это естественно, выручает лайфстилера. Он и так неплохо отстоял линию, но решил на старте все это еще и усовершенствовать. Соло подловили. Соло должны забрать в этом эпизоде. Залетает еще и флеймбрейк от бутрайдера. Никуда не деться капитану Virtus.pro. Ну, что касается решения по Мидасу, ты задел эту тему, я поднимал уже и ранее. Мне кажется, что по такой игре нельзя, нужно стараться не уступать Свену сильно в фарме. Если посмотреть на общую ценность, то сейчас Свен благодаря стакам на 1000 опережает своего оппонента, но не будь этого Мидаса, и расстояние было бы еще поболее, я думаю. Все-таки довольно давно уже Мидас был приобретен. Вспомни просто, сколько шла прошлая игра. Как, когда Virtus.pro пошли в агрессию, как они рано решили заканчивать? Тому... Конечно, а здесь драфт, мне кажется, тоже позволяет играть в таком стиле. У тебя есть Dragon Knight, который тоже работает под ультимейтом просто, постоянно в пуше. Да, в этой ситуации эти 2000 золота, они решают, когда это у тебя не активный артефакт какой-то нужный и полезный, а артефакт на долгую экономику. Рамзес пришел, у него уже есть сабля под Mask of Madness. Конечно, таких сладеньких ребят типа Silencer он не прощает. Разменяли в итоге саппорта на саппорта, конечно, это в пользу команды Digital House, они проигрывали по золоту своим оппонентам, но в принципе глобально ничего не изменилось, ни для одной, ни для другой команды. Свен под God Strange готов, дает стан по Queen of Pain, GDS решил не включать, через мом стараются забрать Эбида, но потратили стенку, был бы использован GDS, конечно, забрали бы Квапу, видимо, цели поважнее есть для Романа, как он сам себе объяснил. Наверняка. Ну, с Квапой не справились. Но который раз ее уже беднягу пробивают. Ну, против героев Virtus.pro неплохо смотрелся бы, например, Diffusual Blade на каком-то из персонажей DC. Но это не самый очевидный выбор, например, для того же лайфстиллера. Иногда, да, бывает такое, что лайфстиллер берет себе этот артефакт, как раз играя и против Свена, и в данном случае против Дарксира тоже может Свен быть полезен. Урса. Вот очень вынужденный артефакт. Вот, но по этой игре, может быть, мы не увидим от лайфстиллера этот артефакт, пока что он приобретает армлет. Тут бы, знаешь, тут бы свое бы купить, вот то, что надо прям, а потом уже думать. Сложно просто будет пробивать броню конкретно лайфстиллеру. Броню от Свена дополнительную, которую он будет давать команде. Герои очень плотные, плюс родная броня Драгонайта, плюс броня с Драгонблада.
Да, тут лайфстилеру будет крайне сложно. Что касается остального урона у DC, тут его тоже не так много. Магия от Queen of Pain, магия от Бетрайдера. Но если посмотреть на Дарксира, который уже приобрелся мимиканцем, я думаю, что в теории мы увидим еще и пайп от него. Он тоже много урона магического сведет на нет для своей команды. ВП, по-моему, по драфту все более чем шикарно сейчас. Да, да и вообще о магическом уроне, например, для Драгонайта говорить не приходится. Уже половинка... БКБ, да. БКБ, да, есть у Драгонайта. Свен, мы прекрасно понимаем, тоже будет собираться в Блэкинг Бар. После Даггера решил его покупать Рамзес. Но это пока просто в квикбай брошен Даггер. Вот я не удивлюсь, если по этой игре изначально Даггеры купят Свен. И Virtus.pro решат ничего не поменьше, мешает, поменьше да. времени да, решат потратить на эту карту. Главное синхронизировать эти Даггеры желательно. То есть если, например, берет Даггер себе Свен, то желательно иметь Даггер и Дарксиру к этому времени. Вот это идеальная прям комбинация, когда все синхронно происходит. И тогда они могут в любой драке просто вдвоем врываться, прям со старта, подловить двух-трех персонажей и моментально их отправить в таверну. Ну и глядя на то, что планирует собирать себе Паша, я понимаю, что все это было как раз оговорено и заранее командой Virtus.pro. Да, грифсы у него были в квикбай, он их заменил на даггер. Разумная абсолютно вещь, у Свена тоже даггер на подходе. Да, еще и вышка достается Рамзесу, до даггера остается 300 монет. Безусловно, грифсы тоже вещь очень полезная здесь по игре против Сайленсера, против этого глобала неприятнейшего. Но если мы будем помогать на комбинацию, то она тоже может пройти и до глобала. Они слишком ведут сейчас, чтобы, знаешь, именно об этой комбинации думать. Они и так, ну, могут. Герои и так сильнее, у героев есть артефакты, прыгают Бэтрайдер на Драгонайта, пытаются увести его поближе к своим партнерам по команде. Все в Нуна потратили и забирают Драгонайта. Дальше за Рамзесом погоня. Рамзес отходит немножко подальше. Клокверка решили остановить. В это время в Static Storm закрыт Мейсон. Глимсует Мейсона назад. Фориев. Много ударов получает от Свена. Свен просто пытается развернуться и хоть кого-то пробить. Но DC не подставляются. За это действительно стоит отдать им должное. Скорее всего, потеряют Дарксира в этой драке. И драка, безусловно, за американским коллективом. Аплодисменты персонажу Клокверку. Бульба просто феноменально сыграл в этом эпизоде. Он троих персонажей когами преградил и не подпустил к Драгонайту. Драгонайты пытались спасти ВП, но шикарная игра от Клокверка не позволила спасти своего союзника команде ВП. Драка, безусловно, выигрывается в DC. Да, заработали в этой драке почти 1500 золота перевес. Отбили и 2600 по опыту DC заработали. Ну, будем откровенны, они по урону здесь чуть ли не в два раза больше нанесли, чем свои оппоненты. А приходится поэтому наносить. Это вот то, что ты и говоришь. Это то, что ты и говоришь, что в долгое время не били толком Virtus.pro, были закрыты в когах. И импакт такой обрезанный получился у ВП. Здорово, DC, защитили Т2 вышку, сделали важный фраг. Да, но как-то кардинально ситуацию на карте это не меняет. Я бы даже сказал, что это особо не влияет на то, что сейчас происходит. Более того, то, что Никс подловил Бетрайдера в лесу и как-то уравнял эту драку, это сыграет тоже свою роль. ВП продолжает доминировать, ВП продолжает по экономике всегда наращивать. DC не могут с ними соревноваться в этом аспекте. Но вот сейчас будут ВП пытаться забрать Рошана. Зашли, побили, поняли, что что-то пошло не так, неудобно, неудачно, прожали смок. Попытается кого-то подловить. Видит Бетрайдер. Бетрайдер уходит, но Фариф замечает его на варде, который был поставлен ранее, и Фарива стирают. А тут еще и подарочек. Лайфстиллер был внутри Бетрайдера. Тут такая ситуация, знаешь, когда понимаешь, что надо бы вроде выходить, а за окном так холодно. Вот говорит, я не хочу выходить, а там Static Storm, Kinetic Field. Три чувака избивает бедного Бетрайдера. И до последнего держался Мейсон. Хотел посидеть в теплом, уютном Бетрайдере. Ну, выгнали. Таки выгнали, ну, к счастью для команды Digital House не забрали. Очень сложно недооценить важность, да, вот этого вижена, который был поставлен ранее командой Virtus.pro. Вот сейчас буквально создали для себя идеальное положение. Клопер врывается в Крошан. Ну, Рошан в итоге падает для команды Radiant. Нун забирает себе Аегис. Да, в итоге глобально ничего не сделал Клокерк таким вот врывом. Правда, очень сильно по здоровью проседает Драгонайт. Драгонайт погибает, теряет Аегис. Была потрачена форма. Потеряли Свена и потеряли Драгонайта. Ну и выходит Нун отсюда. У Нуна проблемы. В милишной форме очень трудно будет отсюда уйти. Сёрдж бросает Дарксир, сам делает тэп-аут. Успевает улететь. Неплохо DC зашли. Они понимали, что заканчивается у Свена там и God Strange. Они понимали, что позиция не самая удобная у Virtus.pro. Они видели прекрасно, что происходит. Молодец в этой ситуации, конечно, Драгонайт, который позволил прожать себе стан, чтобы остановить, в общем-то, врыв от Клокверка. Так бы Клокверк еще своровал бы Аегис. Но хорошая реакция от Владимира. Тут он
круто отыграл. Ну там, там он же влетел, там еще секунды две, по-моему, ну, просто Эйкис лежал. Да, было время, конечно, было время у него, хотя у Рошана вот столба уже практически не было. Чуть-чуть бы, наверное, на миллисекунду позже ворвись Клокверк, и Аегис был бы в его руках после оглушения как раз по Драгонайту. Гонят Пашу, на перерез идет Клокверк, через секунду будет хукшот, готов уже закрывать Пашу, стяжка. Бульба, будет ли тратить хукшот или решат так справиться? А надо было тратить хукшот, чтобы просто вдвоем здесь не остаться. Как же пожадничал сейчас Сэм и как жестко наказал его за это Рамзес. Да, сгубила жадность. Бывает, бывает, случается. Ну и вот, как мы видим, кучковаться DC тоже лучше не стоит. В любой вообще позиции, в любом месте, в любое время стоять вот как-то рядышком не стоит. Таких Свен принимает не глядя. В центре атака на Абида планируется. Соло достает глимпсом, четко от Соло. И отправляет Queen of Pain в статик, шторм, кинетик филд. Успеет ли кто-то? Рамзес сделал телепорт на Т1, он успевает. Помогает Бутрайдер, контролирует лассо Свена. Правда, сам Фариф может сейчас подставиться. Маны особо не остается у Соло. Есть 10 стиков, можно будет вернуть Бутрайдера в случае чего. Но тут и так есть кому это сделать. Паша использовал вакуум под оглушение Нуна, Фариф. Ну выживет, должен. Нет, не должен, решает Паша. Паша Даггер, догнал Даггер, его. Даггер, да, Даггер решает все вопросы. Хорошо, все для Virtus.pro проходит на этой стадии. God Strange будет через 10 секунд, в принципе, можно будет идти пытаться вышку забрать. По форме Драгонайта тоже тут еще половина срока действия Elder Form. Вот, ну пока сконцентрированы на фарме, ВП расходятся. В целом игра действительно, не сказать, что под диктовку Virtus.pro, но контролируется коллективом ВП. Как тебе сказать? Вот дело в том, что драться против ВП DC ну, практически невозможно сейчас. То есть нужно идеально реально поймать момент, чтобы ВП были вне позиции, желательно иметь видимость, да, конкретной области, чтобы знать это наверняка. Иначе в драку входить DC просто не могут. Слишком много персонажей, которые могут сработать как на контратаке хорошо, так и в самой атаке. Так что DC сейчас в очень неудобном положении. У них руки связаны. А что касается ВП, они, конечно, могут делать все, что угодно. Ну, главное, вот не делать каких-то нелепых подстав. Да и преимущество Бэтрайдер постоянно наращивают Virtus.pro. То есть Бэтрайдер они фармят больше. За Лилом решил побежать. И Лил отлично сыграл на реакции, сделал тэп-аут из этой неприятной для себя ситуации. Хотели забрать его, хотели использовать инфест-бомбу лайфстилера, но Мейсон решил, говорит, все, оставляй меня, я сам доеду. Драгонайта могут найти Бэтрайдерс, лассо. Не очень понятно, Дим, как будут действовать DC. Поймали, кстати, сейчас Драгонайта. Есть вариант его убить, правда, урона носить некому. Армлет БКБ. Вот, я, вот что я хочу сказать. Армлет, Блэкинг Бар, Драгонайт сейчас развернется и просто может бить налегке. Да, ну даже БКБ прожал в итоге. Может быть и обойтись можно было. Хотели подраться. Там летел в спину кто-то из героев команды Virtus.pro на святыню, я видел. Видимо, была какая-то команда изначально, что деремся, принимаем на развороте, а потом отменили. Да, почему бы и нет, такой вариант тоже был бы неплох. ТП было потрачено, по-моему, это Соло сделал. Да, это Соло, Соло залетал в спину. Но отменил. Вот с появлением БКБ на Драгонайте стало намного попроще ВП в драках. То есть ВП могут спокойно направлять ДК вперед, его убить крайне сложно. А представь себе на секундочку, что это БКБ появляется еще и у Свена. А оно не то, что я представлю, уже летит. Оно летит ему. Да, да, оно уже летит Свену. И вот после этого остается дождаться только Гривзов на Драксире, чтобы не мешал просто Сайленс глобальный. И все. Драться с ВП — это настолько сложно. Это чуть ли не нереально даже. Не знаю, что делать DC в таком положении. Надежда на то, что Лейстиллер соберет в ближайшем будущем себе Кирасу и как-то будет пробивать, тоже вносить урон, потому что пока а он как он будет? Не ну, может, тоже, насколько сильно он срежет броню, которую даст Свен, которая есть у Драгонайта базовая. Я не очень верю в наличие этих артефактов, вот что они глобально решат проблему команды Digital House. Именно Кираса и Дезолятор. Даже, ладно, одну цель. Хорошо так, фокусируешь одну цель. Но какой-то минимальный контроль от Никса, минимальный контроль от Дизраптора. И все, и начинают тебя бить в ответ. Прочности у Лайфстиллера не так-то много. Но у него будет вот время, да, со старта при атаке, если будет атаковать, например, он с инфеста. И у него будет время под рейджем. То есть какое-то время определенное у него будет, когда его не смогут остановить. Ну, просто нечем банально. Да, в последующем, как только рейдж закончится, ну извините. Там уже, конечно, беда. Ну да.
В случае лайфстилера как раз так и получается. Кто успел, тот и съел. Угу. Кто кого. Дарксир, я смотрю, несет себе уже вкуснятину. Гвардиан Грифс летит для Паши. Нет, ситуация, конечно, для DC очень неудобная. Они собираются с Маке. Возможно, сейчас попытаются кого-то подловить. Соло готов принимать. Уже Клокверка закрывает его в... Не закрывает, точнее, ставит Кеннеди Квилда. Статик Шторм, хороший врыв от Бульбы. Неудачная работа здесь получилась от Свен Соло. А Свен в позиции. Свен сейчас прыгнет и разорвет всех вместе с Пашей. Неплохо все начиналось, но вот Битрайдер. Битрайдер и его реакция спасает ситуацию для DC, но это только пока что. Лейфстиллер отрезан, его забирают. Квапа уходит на блинке. Продолжает преследование Дарксир, но остановить ему врага нечем. Спас! Просто спас команду DC сейчас Битрайдер. Если бы он не поймал в это лассо Свена, это конец. Они бы просто треснули в секунду. Их бы разорвало там. Да, и Соло потратил очень важные способности, в частности, Kinetic Field. Даже не столько Static Storm, сколько Kinetic Field, чтобы дать пространство Свену. А так все разбежались, после стяжки все разлетелись, и в итоге, да, Рамзес не вносил тот нужный урон. Потому что 4 героя было стянуто, 4, но они очень быстро разошлись вот, из зоны действия сплэша. Потрясающе, потрясающий Битрайдер, потрясающая реакция от Фарива. Я не знаю, если бы не это сейчас, могли бы ГГ написать DC даже. Потому что последовал пуш незамедлительно. Идут по верхней линии. Virtus.pro. Они все так же ведут по счету 8000. Все так же на первых позициях Рамзес. Никто его не планирует останавливать. Ну а дальше я хочу тебе сказать, что ну, нет такой разницы колоссальной, которая была на первой карте. Эббит не сильно отстает от Ноуана. Ну и Мейсон не сильно отстает от Рамзеса. Вот кор персонажи, центральная и легкая линия у обоих коллективов смотрится классно. Но что касается сложной линии, Паша здесь в щепке по экономике разбивает Битрайдера. Просто не смотрится, не знаю, принц и нищий. Получается, Битрайдер упрыгивает из-под фокуса Лила. Ну, о чем вообще говорить, если Лил отстает на 200 монет от Битрайдера, и то. Это вопрос времени, я думаю. Когда зажмутся на базе команды Digital House, я думаю, и Илья сможет нафармить гораздо больше, чем это Бет делает. Ну, трудная ситуация у DC, надо как-то выкручиваться. Пока каких-то вариантов особо я и не вижу. Но в таком же стиле, как и предыдущую драку, нужно организовывать все. Нужно выходить в смоке, но опять же, смоки, они не бесконечны. Ты сделаешь раз выход, два выход, три выход, и все. А дальше уже проблемы. А если удастся подловить, как сейчас, например, какую-то одну цель, нужно просто чуть быстрее как-то урон стараться вносить. Тут немного не повезло, что Лейфстиллер не сразу готов был удраться. Он выпрыгнул, ударил, но там круто уже отыграл именно Дизраптор, который встретил всех на холмике. Он просто стоял выше. Если бы не этот эпизод, конечно, DC бы разорвали своих оппонентов в том эпизоде. Но нужно DC просто в таком же стиле действовать. Пытаться подловить оппонента, сыграть неожиданно. Вне позиции ВП не так сильны. Если они будут действительно не собраны, не вместе. Ну, как раз сейчас DC собираются. Есть ли у них смок? Давайте разберемся. По-моему, нет. Я не наблюдаю, по крайней мере, ни одного смока у них. Курьер что-то принес. Это не смок. Да. Вот плохо то, что сейчас мы не можем знать, сколько смоков остается у команды. К сожалению. Ввиду того, что после введения как раз нового интерфейса еще очень давно с патчем 7.0.0 эта возможность пропала. ВПН заходит в вражеский лес, занимают его. Все отчетливо видят DC, у них стоит хороший вард на холмике. ВП, я думаю, дождутся Рошана, вот после этого уже будет какая-то активность и по Т3 вышка. Они фармят больше, они контролируют ситуацию, карта под их контролем. Да, да и до Рошана остается совсем немного времени. Думаю, вы подождутся этого момента. DC знает, где находится их оппонент. Прекрасно знают. Сентри вард поставил Лил. А, по-моему, как раз-таки под обсервар вардом он и использовал Вендетту. Если там мгновение буквально был он в этой области, вот может и заметили DC, конечно. Своего ну, оппонента, DC, но могли в любом случае стоят сентри повсюду, то есть вот какие-то основные моменты подхода они контролируют. Все, конечно, не обставишь сентриками, но основные позиции вроде как под защитой у DC. Никс. Хотел подловить сайленсера, ну сайленсер обречен, по-моему. Защищает его дизрапторов, подкоп Никса, влетает оглушение Свена, разбирается с дубу. И Рошанчик через это, кстати, открывает секунд. Вариант попытаться зайти на Т3. Прожимает ультимейт Драгонайт, потихоньку начинает подбивать башню. Нужно быть предельно осторожными команде ВП. Они занимают вроде неплохую позицию. Всем нужно оборонять
вот этого героя, который находится в авангарде, и отходят на Рошана. Да, Рошана должны забирать. Форма есть. Свен, в случае чего, с Гад Стрэнджем. Тоже опасно, согласись. Ведь там есть два героя крайне неприятных. Это Бутрайдер, это Клокер, которые могут ворваться очень неприятно. Сворвать Аегис тот же с сыром. Могут поймать героя в ВП каких-то, закрыть в драке, не подпустить к тут своим. Никс, Никс на подходе стоит. Видит Фуарива, получает оглушение Фуариев. Под Карапаси тоже еще контроля выдают по Фуариву. Успеет ли вообще он использовать лассо? Он не успевает вообще ничего здесь сделать. Под стенкой стоит несколько героев. Рамзес под Блэкинг Баром. В Кинетик Филд, в Статик Шторм. Под стенкой от Дарксира. Четырех героев минусует. Virtus.pro. Они готовы были. Они лило выступили. Ну, молодец. Очень здорово. Подловил он Бутрайдера в этом эпизоде. Круто еще, кстати, прыгнул Свену. Моментально стер Сайленсера. Просто за спину прыгнул. И ВП драку выигрывают. DC немного поспешили, похоже, со своим выходом. ВП были готовы. Ну, понятно, что они были готовы. Другое дело, что можно было чуть больше паузы выдержать. Возможно, бы ВП потеряли позицию. Но у DC в этой области какого-то серьезного обзора не было. У них стоит вот вард, который они поставили ранее, они видели подход. Но у ВП есть даггеры, это большое преимущество. Ты можешь быстро поменять позицию, быстро выдать оглушение, что он в принципе, и сделал. Да, плюс, опять же, повторюсь, стоял Лил. Да, он был в инвизе, да, он был под там вардами соперника. Но он также давал информацию о перемещении команды 10. Только-только спустился Бэтрайдер с хайграунда, сразу же вот тот прыжок, о котором ты говорил, от Драгонайта и последовал. Поэтому здесь Virtus.pro отработали. Плюс, опять же, удлинили оглушение за счет тех же Карапаси от Лила. Трудно, трудно. Тут уже дает о себе знать конкретно этот контрпик. Тот же Никс Ассасин, мы говорили, неоднократно уже Никс Ассасин показывал, что он прекрасная контра Бэтрайдеру. Очень хорошо против него работает. Вот в который раз Лил подтверждает это своими действиями. Есть Рошан, ну забранный точнее Рошан, есть Аегис для команды Virtus.pro, поэтому смело можно заходить на хайграунд. Я думаю, тут по откату формы. А самые уже тяжелые времена начинаются для DC по этой игре. Нужно играть только от защиты, нельзя ни в коем случае покидать базу, нельзя подставляться ни одному персонажу, особенно если у него нет бэйбека. А ВП просто заходит. Как раз под ультимейт Драгонайта он будет стоять и подбивать башню. Остановить его крайне сложно. Надеяться на то, что Бутрайдер здесь сыграет и вытащит его под Т4, тоже нельзя. Пока у Бутрайдера БКБ нет. Потому что Дизраптор просто остановит эту атаку. И команда поддержит, безусловно. Поэтому просто отдают пока что DC. Свои строения. Мэйсон решил подраться немножечко. Глобал под Бэтрайдера, который вытянул на себя Дизраптора под грифсами. Дизраптор, тем не менее, погибает. Прыгает Паша. В это время Бульба со спины заходит под Блэкинг Баром. Находится Свен. Его хукшотом не зацепило. Встречает на выходе из когов тем временем Бульбу. Бульба смог себя оттолкнуть. Пока Virtus.pro в неприятном положении. Ну, он все еще с Аегисом, не будем забывать. Свен в окружении нескольких персонажей. Свен под фокусом, Свен все еще дерется. Свен наносит последнюю тычку, забирает тем временем Клокверка. Дальше толкает себя Нун жив. Ну, после Аегиса полон здоровья, готов сражаться. Но 3 в 2, DC пока эту драку выигрывают. И, я думаю, будут гнать сейчас Virtus.pro со своего хайграунда и не отпустят. Нун старается, без формы трудно драться. Алебарда есть у Нун, но это только потянуть время. А вот повелись ВП, повелись на эту драку. То есть поменял позицию изначально Бутрайдер одного персонажа, остальные просто прыгнули за ним. И удалось DC заманить Virtus.pro в нужное место для себя для драки. Там рядышком и святыни были, там рядышком и вышка была, и позиция довольно удобная. Какое-то время даже лейфстиллер побил. Очень быстро разобрались со Свеном. Вот интересно, кстати, в этом эпизоде я не обратил внимания, кто у нас сыр имел. Ты видел этот момент? Я просто, по-моему, не было сыра. Это, по-моему, первый Рошан был. А, пардон. Нет, первого украли. Не украли, а когда врывался. Да, первый был Рошан, а второй был Рошан. Сыр был потрачен, сыра не было, когда заходили на хайграунд. Сыр был потрачен вот в той драке, когда... Вот я понял. Пытались ворваться. Не обратил внимания, вот как раз этот момент меня интересовал. Но тут дело в том, что Драгонайт и Свен — это не самые лучшие герои под Аегис. Что один, что второй, после первой смерти они теряют актуальность. Не такие сильные они будут просто. Где-то сыр, значит, был в другом месте. Потому что Драгонайт вот сейчас его себе притарабанил. Вот сейчас УДК он в руках, а не было. Реально. Я говорю, я прокликал героев просто во время драки. Я смотрю, что ни у кого сыра нет. Не разобрался в этом эпизоде. Видимо, они тоже не разобрались. В итоге сыра ни у кого не было. С собой, в холодильнике оставили. Да, но, тем не менее, да, драка проиграна командой ВП, но, опять же, кардинально ситуацию на карте это не меняет. ВП все равно владеют полностью преимуществом.
Один лайфстиллер здесь явно не справится. Мы ждем какой-то урон от Queen of Pain. Мы ждем появления Мьёльнира как можно скорее. Мы ждем новых артефактов от Абеда. Урон от Квапы в теории может как-то помочь команде DC. Да, лайфстиллер добрался до того, о чем мы говорили. Наконец-то может позволить себе Diffusal Blade покупать. Ну, он выход на Queen of Pain. Бэтрайдер тем временем прыгает. Очень быстро забирает Лила. Ничего не смог он сделать. Дизраптор пытается себя вытолкнуть. Уже предсмертный Старик Шторм ставит под ноги Эбиду. Но это ни на что не решает. В итоге стяжка под стенку двух персонажей. Фориф отъезжает. Отъезжает также у нас лайфстиллер. Ну и размен 2 в 2. 2 в саппорта против двух коров. Дальше прыгает Драгонайт за Queen of Pain. И подтягивается сюда еще и Рамзес, но Квапа смогла упрыгнуть. Не просто драться в ВП, когда у врага есть и ультимейт сайленсера, и врываются они здорово. Да, вот теперь, что делать сейчас? Скажи, пожалуйста, нет лайфстиллера, нет бэтрайдера. Как сейчас бороться с Драгонайтом? Есть байбек у бэтрайдера. Байбек выкупается, байбек делает бэтрайдер, улетает Драгонайт. В принципе, байбек у бэтрайдера выманили. Позиция была не самая удобная для ВП. По драке атаковались с DC очень выгодно. Ну, Бульба хорошо отыгрывает последние драки. Очень здорово он врывается, здорово Бутрайдер тоже прыгает в драки. Да, не без этого. То, что позволяет себе сейчас сделать DC, это подврыв Бутрайдера просто остановить подмогу. То есть прыгает Бутрайдер, какого-то одного героя за собой таскает, в это время врывается также Клокверк, и остальные героев контролирует. И выходит так, что позиция для DC в каждый из драк смотрится не так уже плохо. Ну, ВП держится тоже хорошо. Я говорю, глобально не меняется ситуация. ВП, естественно, впереди. Но DC сражаются. Буквально в каждом эпизоде он как последний для DC проходит. Да, эта карта не идет в сравнении с первой. Там за 20 с лишним минут вот с копейками раскатали своих оппонентов. Лил ждет момента. Scream of Pain дает Карапасе. Дает также и станчик по Эбиду. Ну, тут Black King Bar был прожат. Ну, в итоге заставил Никс Ассасин. Казалось бы, саппорт. Казалось бы, там не основная позиция, прожать БКБ. Минус одна секунда, уже 6 секунд Black King Bar у Queen of Pain. Ну и чем дальше, тем неприятнее, конечно. В итоге Virtus.pro полностью оккупировали территорию врага. Единственная лазейка для DC выходить по нижней линии. Там хотя бы есть Т2 вышка, они туда и направляются. Но центральная линия, мы помним уже сколько здесь команда Virtus.pro. Когда-то очень любили такой выход делать китайцы. LGD обожали выходить в таком стиле, просто в смоке, под уже подбитую сторону. Ну и сейчас это попробует реализовать Virtus.pro. И неожиданно оказаться уже на базе у врага. Так и происходит, но он подбивает последний барак центральной линии. Мейсон под рейджем. Пытался инициировать по Драгонайту. Не сильно. Испугался Нун. Успел использовать даггер. О, какой стан от Нуна! Просто шикарный стан дает в Бэтрайдера. Бэтрайдер закрыт в стадик шторме. Минус 2 от Virtus.pro. Я так понимаю, все было, видимо, уже прожато. Либо самая быстрая рука Дикого Запада. Нун. Ты видел этот стан? Просто да, истерика. Реакция была идеальная от Владимира. Тут до стадик шторма это еще даже было сделано. И пошло добивание Virtus.pro. Трипл килл для Рамзеса. Центральная линия упала. Похоже, пробили эту оборону глухую от DC. И это, мне кажется, 2-0 для Virtus.pro. Не то чтобы близко, прям впритык к этому. Да, Т2 вышка есть еще внизу. Еще и лайфстиллера подловили до рейджа, выдает оглушение, успевает Драгонайт молниеносно. Опять работает Нун, подловили и Queen of Pain. Но просто браво. Владимир тут забожил в последних эпизодах. Снимаем все шляпу, аплодируем. Молодец. Да и в целом Virtus.pro выглядели довольно уверенно. Как многие и ожидали. Какой-то неожиданности не случилось здесь. 1-4. Напомню еще раз, вот соотношение сил, по мнению комьюнити, да, все вот ставили, что все-таки там, ну, чуть ли не там 80% на победу Virtus.pro. Конкретно, вот именно по силе, да, по оценке современного состояния коллектива, там, силы индивидуально героев, в целом показатели в последнее время. Поэтому тут, ну, ожидали, все ожидали победу Virtus.pro, а мы ее получили. Поздравляем, да, Virtus.pro. Да. Хорошее начало. Уверенно, строго, четко. Не без ошибок, но тем не менее эти ошибки были минорные, и парни просто иногда играючи это делали. А что касается нашего следующего матча, что нас ждет, Дмитрий? Следующий матч у нас имперцы. Имперцы будут играть против, секундочку, не сломайся, Димка, матчей миллион сегодня. Да, матчей очень много, доты предостаточно, и у нас сегодня на данной трансляции два матча Virtus.pro, один матч Империи. Проперло.
сейчас будет матч Империи, после этого вновь Virtus.pro. У нас сейчас будет очень короткий перерыв, там буквально каких-то 5 минут. Тут организаторы все очень быстро делают, администраторы работают на ура. Ну и, в общем-то, будем ожидать матч Империи. Друзья, я думаю, что далеко не расходитесь. Через 5 минут мы должны быть уже с Дмитрием в эфире. Да, я сейчас секундочку скажу, против кого играют имперцы. Имперцы играют против LGD, которых мы сегодня уже наблюдали. Не самый простой оппонент для Империи, безусловно, LGD. Со счетом 2-0 своих соперников раскатали. Но имперцы, знаете ли, секретов потрепали очень хорошо. Да. Так что да, друзья, оставайтесь с нами. Очень скоро вернемся в эфир на данном канале. Поэтому 5 минут, и TI7 будет продолжаться. Да, до встречи.